Друзья, всем привет! У нас второй день в Норвегии. Уже немножко отдохнули, отошли от всех дорожных приключений. Тебе не видно. Да, да. Народ куда-то собирается, говорят, что вроде бы как на рыбалку. Да? Ну мы не знаем, куда ты нас поведешь, туда и пойдем. Я не знаю, что вы там хотите. Холодно, ветер, блин. Давайте посидим в домике немного. Август месяц, говорит, приедем, позагораем, тут тепло, солнце, зимние куртки одели. Привет нас на отдых. Выйдем немножко на воду, посмотрим, что у нас сегодня получится. Ну давайте, до встречи на воде. Вальтер у нас первый, кто отличился сегодня, что-то тащит. Это маленькая треска. А, да, это маленький леопард. На нашем корабле первый улов. Виктор что-то поймал, это зелякс, скорее всего. Это, скорее всего, сайда, а может треска. Что гадать, сейчас Витя вытащит, увидим. Вон он идет. Сайда. Или так возьмешь? Она, подожди, она это, она. Да просто для эстетики, мы же как кино снимаем. Первая большая рыба. Ты счастлив? Очень. Очень. Ну слава богу. Так. Хоть у кого-то радость. Ну не говори. Ах ты сошел, блин. Кто-то у нас только проклевывается. У меня вот был только что сход. У Вити клюет. Пробуй. Есть. Витя что-то вот подцепил наконец-то. А то у нас постоянно тут кто-то дразнится. Уже пришлось у ребят опять сшибать макрель на насадку. И ветер дует, наверное, звук будет никакой. Витя, крути, не бойся, крути. А, это лень. Это не хек. Это не хек. Это не рыба нашей мечты. Вот тоже рыба. Ну, рыба. Отцепляй пока, я попробую себя вытащить. Вот гад сошел. А нет, сидит еще. Первый. Первый есть. На подъеме. Вот он. Первый. Такой не шибко большой. Но взял. Это и твоя леска, да? Значит, они здесь присутствуют. Хорошо взял. Не очень такой большой. Поэтому мне так было тяжело тащить, что я еще и тебя вытаскивал. Так, первую половину дня отрыбалили. Вот батенька сегодня у нас шеф-поваром. Ну по очереди, ты вчера, сегодня я. Все по-честному должно быть. Свежий. Скажу, что все чуть-чуть не потерялись, а, блин. Мы вообще с Вальтером базу проезжаем, а люди кидают это, Вальтер рукой машет. Едем, а потом, слушай, по-моему, это наша база. Если ты нас еще раз не бросай, то без нас останешься. Ну ничего, все дороги ведут в Рим, знаешь же.
Так, сейчас еще уху заварганим. Да, нифигело заморганим. И сейчас будет... я заканчиваю рыбу жарить. А ты мне не мешаешь. Не мешаю, ну отлично. Давай. Вторая часть марлезонского балета. Двое у нас уже вот этот и вот этот сдались. Сдулись. Сдулись. А вьетнамцы не сдаются. Микола, кидай гранату. Вьетнамские хлопцы не сдаются. Ну а мы с Вальдемарычем пойдем поплаваем еще. Обов'язково, як кажуть у нас у Німеччині. Забросил, думаю, что такое, блесна не тонет. Там какая-то мелочь сидит, блин. Мы за крупное приплыли. Ты что делаешь? Опять скумбрия. Ну да. Мелкая. Такая вот хрень. Ну это прям такая уж, ну совсем. Отпускаем? Или да пойдет на этот, на приманку? Да отпусти ее. У нас есть одна на приманку, хватит нам. Да. Да, согласен. Если со дна захотим порыбачить, одной хватит. Блин, все три тройника воткнулись. Вот как так? Как ты жадно так схватила? Кушать хотела, наверное. Сейчас я тебя отпущу. Мне же теперь повозиться надо, чтобы тебя отпустить. Интересно, они выживают после этого или нет? Ух, не думаю, ну не важно. Ну ее кто-нибудь съест. Чайки сужу сейчас. Тут ничего не пропадает. Вадим, красава, на блесну тут. Только успевает подсекать. Там мелочь всякая. Ничего же хорошего не ловится. Ну, все равно приятно. Где там твоя рыба? Не вижу пока ее. Ты же сам как 30 метров, пока вымотаешь. Так выматывай, ты говоришь, мелочь. Че, возиться с ней-то? Вымотал и все. Че это? О! Это хорошая рыба. Да? Это очень хорошая рыба. Ну, теперь попробуем ее не потерять. Это витлинг. А, нет, это пикша. Пикша. Шельфиш. Ну, вон, новый сорт для меня. Я еще не ловил. Опа! В эту поездку. Вот она, пикша. Тут, наверное, этим закрыть. Есть такое дело. Ну, батенька, с вас фото. Ну, поздравляю с новым сортом. Новая рыба, да. Я доволен. Не знаю, ну хорошая опять. Гонет он удочку, будь здоров. Ну, похоже, что люр. Да? Ну, что-то хорошее. Никак не мог 15 грамм на дно опустил. Я говорю, никак дно поймать. Он говорит, поймал. И тут же поклевка. Как ни странно, да, не на снасточке клюет на это, а именно на блесенке, на колебалочке. И да там какой-то корм такой же на дне есть. Что-то напоминает этими колебалки. Ты посмотри на него. Вот мы не спутаемся с тобой. Не спутаемся. Ну не очень большое что-то, но не маленькое вот это, то, что мы перед этим вытаскивали, однозначно. Да, идет, он трескает. О, хорошая. Это треска, как и утром. Хорошая. Здесь же с Вальтером пойду, а хорошая треска. Ну тебе придется, батенька, братьев. Ну давай я сам, наверное, возьму. Возьму сам, вот такая. Подсак возьми. Ура! Ура! Ребята, посмотрите, какая рыбка. С победой! Красавица! Ты какими-то нетрадиционными методами ловишь лучше, чем мы нормально. Не говори больше ничего. Люди неправильно поймут. Я ловлю жереховыми блёснами. Острову, оба-на! О, вот этого. Губан, рыбина, губан, да? На блесну. Да, и там поймал на блесну. Вот звери, блин, они все жрут. Ну.
Ну, батенька, вы же не возмущаетесь, что рыба небольшая. Вы же не хотите крупную ловить. Вы поджигу специалист. О, мы этого леня, или как он называется? Блин, а? Ну очень мелкого. Не важно, главное, новый сорт рыбы, ребята. Обалдеть. Ты посмотри, блесну взял. Ну, так еще какую, щучью колебалку. Ну это да. Короче, мне уже надоедают ваши нестандартные методы рыбалки. Отпусти его. Смотрите, какая рыба. А фоточку сначала, конечно, отпущу. А фотку? Новый сорт рыбы, ты чё? 10 баксов. Кань трюдельма. Ну, вон он сверху плавает. Боятся змеи? О! И у меня кто-то клюнул. Ну, крупный такой. Крупняк тащил, да? О. Под саку готовить? Да, наверное, не войдет. О-о-о. Так это у тебя монстр целый. Да как уж. Как ты их витлинг, или как там их называешь? Ну, это по-немецки витлинг, а по-русски мерланг. О, хорошо, хорошо вышло. Такая красивая рыбка, она очень вкусная, но размер вообще никакой. Лодку бакланов. А эту сожрали сразу, сходу. О, опять крупняк. О, опять крупняк подсел. Вроде тут таскает одну за одной крупнейшую рыбу. Не, этот уже посерьезней, посерьезней. О! Видишь какой? Так этот, как его там? Полик или как? Люр. А, люр. Ну, а кто-то его уже кушал. Да, уже. Посмотри. Да, да. Я вижу, да, у него бочина разорвана. А. Бам. Бок разодранный. Вообще разодранный. Кто-то его уже... О, посмотри, это зубы. Зубочки-то вырвали у него клок просто. Вот так выглядит с разодранной бочиной. Ну, батенька, ты ж меня так не пугай. Так поклевки были, я думал, все-таки она взяла из падла и зацепилась. Ну, нет, это зацеп. И нетрадиционный чё? Способ. И что предлагаете? Ну, предлагаю вымотать вам удочку и объехать. Нет, ты удочку переведи туда, она же несет туда. Ну и что? Сейчас как раз нас вынесет так, чтобы да, ты отцепил. Хорошо. Ну хорошо. Давайте попробуем. Вальдемарыч, экономика должна быть экономной. Мы же должны наш бензин экономить. Понятно, понятно. Ну. Все, друзья, закончился наш, можно сказать, первый полный рыболовный день. Второй. Ну, да, вчерашний можно не считать. Ты уставший, я вижу, уже весь. Слов нет, одни эмоции. Рыбы ты уже наловил много? Я много рыбы наловил. Вот ты видел, люди там несли, у них филе было больше, чем это. Рыбы поймали. Вот они много наловили. А мы так с тобой. Зажрались вы, батенька, сожрались. Да, да. Наглость. Это наглость. На этом и закончим наш второй рыболовный день. До новых встреч. Завтра. Ну вы плывете на крупную рыбу и привезете по 1.5 метра этих, как их? Ну, лени. Мольвы. Ну, посмотрим, что получится. До завтра, друзья. Завтра будет день, будет пища. Пока.